Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов выступит под управлением дирижера из Санкт-Петербурга Андрея Долгова. Ульяновцам представят программу «Этнофантазия». Прозвучит музыка народов России, мира, народная и авторская в переложении для русского оркестра. Программа концерта удивит разнообразием и экзотичным музыкальным колоритом. Будут в программе и академические хиты в современных версиях. Например, знаменитые «Баба-Яга» Модеста Мусоргского в пещере горного короля Эдварда Грига. «Баба-Яга» и «Богатырские ворота» в оригинальной аранжировке группы «Комитет четырех». Там есть и гроулинг, и джент, и какие-то хип-хоповые рифы. Но в целом это наш родной Мусоргский, который, может быть, стал немножко современнее. В финале программы прозвучит произведение Александра Чайковского «Сон Тамерлана» из оперы «Легенда о Граде Ельце, Деве Марии и Тамерлане». Концерт состоится сегодня во Дворце творчества детей и молодежи. Это прекрасная возможность совершить путешествие по разным культурам мира России, Татарстана, Мексики, Болгарии.